Вот так сотрудники специализированной пожарно-спасательной части проводят санитарную обработку на территории детского сада в Белгороде. Сейчас в зоне их внимания все социальные объекты в регионе, а в помощь им ранцевые опрыскиватели, которыми спасатели обеспечил фонд «Поколение» Андрея Скотча. От фонда «Поколение» нами были получены 27 новых ранцевых опрыскивателя. Сотрудники МЧС сейчас во всем регионе были распределены данные опрыскиватели и уже активно ими пользуются. Данные опрыскиватели позволяют нам эффективно и качественно выполнять работы. Руководители объектов делают заявку на Главное управление МЧС России по Белгородской области и принимается решение о выезде нашего подразделения. Такие мобильные ранцевые распылители вмещают до 16 литров дезсредства. На обработку 500 квадратных метров территории детского сада у 6 спасателей ушло 10 минут. Для дезинфекции используются только безвредные для детей хлоросодержащие растворы. Чаще всего обрабатываются объекты, в которых наиболее длительно пребывают дети. Именно всякие карусели, горки, скамейки, павильоны. Это обрабатывается в первую очередь. Сейчас же в этом детском саду, кроме сотрудников, больше никого и нет. Но уже со следующей недели здесь откроются сразу две дежурные группы, на 12 детей каждая. Дезинфекцию проводим естественно. Мы все твердые поверхности, ручки, полы, игрушки, это само собой. Через каждые 2 часа у нас проходит дезинфекция, обработка бактериалом. Данная вот эта дезинфекция очень необходима нам была. Спасибо огромное. Потому что на улице охватить такую площадь, это, конечно, было бы нам очень сложно. Работать в безопасном режиме с дежурными группами здесь уже готовы. Заявку на проведение дезинфекции руководство детских садов и других социальных учреждений подают в МЧС региона. Дарья Гатинцева, Виталий Петренко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.